Так, сегодня расскажем про мотоцикл Adventure 250. Данный мотоцикл у нас относится к классу Tour Enduro, то есть у него высокий щиток ветровой, багажник сзади, то есть удобный будет для путешествий. Но колеса у нас идут 21 и 18, то есть он подойдет для полноценного эндуро, только немного удобнее будет в плане щитка, то есть вам не будет сдувать, и подвеска у него немного помягче. То есть какие-то жесткие условия, прыгать на нем, ну, не советую. То есть это больше как туристический мотоцикл. Подвеска достаточно мягкая, очень длинноходная. То есть где-то по полям, по лесам кататься будет очень удобно. Мягкая подвеска, вы далеко сможете проехать. Ну и опять же с пассажиром тоже удобно. Подножки есть и полноценное второе место. Водительское сиденье тоже достаточно глубокое. То есть вы сидите низко, руль высоко. Опять же, на какие-то долгие поездки будет очень удобно. Так. Ну и по сиденью тут высота около 90 сантиметров. То есть мне с ростом 180, я уже стою на носочках. Напомню, здесь колеса 21-18, то есть подойдет больше для более высоких людей. Но опять же, все эндуро мотоциклы, они высокие. То есть кто низкого роста, не должен думать, что этот мотоцикл ему не подойдет. Люди низкого роста также ездят на высоких мотоциклах, просто нужно свешиваться, привыкать нужно. Я советую сразу привыкать к высоким мотоциклам, чтобы потом, если вы пересели на что-то более серьезное, то уже высокий рост мотоцикла вам не помешает. Так, по двигателю. Здесь у нас стоит 169 двигатель с балансированным валом, с нижним распредвалом. То есть у мотоцикла больше мощность будет на низких оборотах, как раз таки, чтобы в горку резко подняться. Момент у вас всегда будет стартер, как обычно, электростартер, ножной кикстартер тоже есть. Здесь есть смотровое окошко, очень удобно, что не по щупу вам смотреть уровень масла. Вот здесь смотровое окошко, намного проще все. Спереди у нас, опять же, высокий щиток ветровой, очень удобно, вам не задувает. Если даже на дорогу выйдете, на приличной скорости будете ехать, ветер будет над вами проходить. Тут красивый щиток приборов, он идет электронный, показывает скорость. Тут индикатор передачи есть, что очень удобно для начинающих водителей. Руль тоже достаточно высокий, он широкий. Удобно его поднимать, опускать мотоцикл. Всегда будете держать его уверенно. Сзади у нас также стоит багажник. Вы сюда можете кофр поставить. Опять же, если на дальняк куда-то поедете в путешествие, то сюда поставите багажник большой, можно будет вещи сложить, может даже для ночевки вещи. И для второго пассажира очень удобные ручки, они специально перфорированы такие, чтобы не скользили руки. Очень удобно держаться, они широкие, как раз таки рука ложится. Так, тормоза у нас, соответственно, уже передний и задний дисковый тормоз. Так, цепь стоит 520-я, усиленная, и стоит очень большая звездочка, опять же, чтобы у вас был хороший момент, чтобы в горку можно было легко подниматься, чтобы вы никогда не чувствовали проблем с мощностью, с тягой. Подвеска у нас нерегулируемая. Так, покрышки у нас, напомню, 21-18, тоже достаточно высокий протектор. Опять же, в любую грязь, какой-то эндуро пожестче, можно будет заехать. Везде вывезет передняя. Задняя покрышка тоже очень большие кубики. Так, защита двигателя хорошая стоит. Достаточно мощная, широкая. Даже если какой-то сук будет тут дерево проходить, вы двигатель не заденете. Подножки тоже складные. Если вы уроните мотоцикл, подножки сложатся. Так, в завершение напомню, что этот мотоцикл идет с ПТС-кой, то есть можно будет использовать и на дороге выезжать. Но опять же, как Tour Enduro, очень отличный мотоцикл. То есть если в путешествие едете по каким-то плохим дорогам, либо куда-то съехать вообще с дороги нужно, то есть у вас проблем никогда не будет с этим. По любой дороге можно будет ехать.